Так, теперь мы хотим сделать так, чтобы наши облачка, чудесно нарисованные, сохранялись. Значит, для этого нужен будет blueprint с записью рендер-таргетов текстуру. Значит, создаем blueprint. Я назвал так, называем как угодно. В нем делаем всего лишь одну вещь. WhenBeginPlane создаем виджет. Придумываем виджет, что мы создадим, и эту группу. Все. Вот наш виджет. Виджет, у меня две кнопки Save World. По нажатию он кликает на Save, и на World у нас происходит передействие. Значит, теперь смотрим Save. Точнее, смотрим Event Graph. Вот. Значит, у нас здесь две функции Save, Protection и World. Фонтекче. Значит, сейф это опять что у нас происходит. Мы сохраняем на диск нашу рендер таргет в формате PNG. Значит, как это делаем? Export to диск функцию. В нее добавляем. Выбираем наш рендер таргет 0.1. Cloud Mask этот 0.1. Get Project Directory, если мы хотим сохранить директорию проекта и название файла. Дальше. Make image options. Делается вот так. Make image options. Формат PNG, compression 100 и create event. Event, если мы не сделаем, то ничего не запустится. Вот. Без event compile у нас скажет бе-бе-бе-бе-бе. Поэтому соединяем и выбираем функцию. Функцию, если у вас нету, то мы create image function делаем, она сама создастся. Значит, я себе создал функцию, которая просто, где она там была, там, просто пишет, что все сохраняется. Вот. Дальше. Здесь у нас не все. Значит, у нас тут две рендер таргета. Два рендер таргета. Поэтому в save мы дублируем то, что мы сделали, и делаем для второго рендер таргета. Вот его название высветилось 0.2 в конце. Тоже как-то его называем, сохраняем и делаем такую функцию. Теперь нам нужно сделать world. Здесь у нас, в принципе, то же самое. Две текстуры, две структуры. Первое. Get Project Directory, название файла. Import файл stxt3.log. Разгружаем. Проверяем, что оно живое. Если не живое, вводим. Что-то пошло не так. Не забыли это сделать. Дальше создаем Create Dynamic Material Instance из материала. Материал, вот он. Сейчас мы его используем. Материал просто безобразие. Это у нас Unlit материал и Texture 2D сконвертированная в параметрах и параметр одной маски. Текстуру сюда ставим вообще любую, а все заменится. Значит, загружаем. Добавляем set texture parameter value. В маску мы загружаем нашу текстуру. И draw material to render target. Это мы сам render target загоняем наш материальчик. Загружен. Вот наш материал. Ну и то же самое делаем для второго. Теперь, чтобы это все счастье работало, нам нужно, чтобы наши render target были правильного формата. Вот наши рендер таргеты. Вот рендер таргет формат должен быть вот такой. По умолчанию у нас, по-моему, 16 FL. 16 FL сохраняет только EXR. А EXR можно использовать для человечества. Вот так. После того, как мы это сделаем, у нас будет дать две кнопочки, и можно будет уже загружать наши сохраненные тогда табочка. Начнем подсказка.